Это новости Украины. В студии работает Дарья Вершиленко. Здравствуйте. Часть задержанных накануне в оккупированном России Симферополе крымских татар до сих пор не отпустили. Всю ночь они провели в полицейских отделениях. Об этом сообщает «Крымская солидарность». Вчера люди собрались, чтобы встретить адвоката Эдема Семидляева после 12 суток незаконного ареста. Однако российские силовики стали задерживать крымских татар. Всего в оккупационные полицейские отделения доставили 31 человека, среди них женщины и 14-летняя девочка. Их обвиняют в административных правонарушениях. Часть уже отпустили под письменные обязательства о явке в Киевский районный суд сегодня на 12 часов дня. Очень долго держали, не давали нам переводчика, адвоката долго не пускали. Начали составлять протоколы при присутствии переводчика и адвоката. Вот. При выходе, хочу сказать, при выходе все нам уже дали протокол. И отпустили домой. Но при выходе какая-то машина и полицейские стали заставлять нас сесть в машину, чтобы мы поехали на какое-то медицинское освидетельствование. Это не что иное, как очередное запугивание и давление на людей. Когда люди подходили, там уже дежурили Росгвардия, вот, сотрудники ОМОНа и так далее, которые начали задерживать людей абсолютно мирных, которые находились на улице законно. Напомню, Эдема Семидляева арестовали на 12 суток за отказ выключить диктофон, когда полицейский пробовал давить на подзащитного. Также суд оштрафовал правозащитника на 4000 рублей по второму админпротоколу. Семидляев отказался выполнить незаконное требование полицейского раздеться, чтобы якобы проверить наличие экстремистских татуировок. В оккупированном Крыму Россия создает искусственные препятствия в деятельности любого религиозного общества, если оно не относится к православной церкви Московского патриархата. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины имени Джапарова в рамках форума Международного альянса по вопросам свободы религии и вероисповеданий. Она подчеркнула, крымские татары стали наиболее преследуемой религиозной общиной в оккупированном Крыму. Более 120 человек удерживаются за решеткой на основании сфабрикованных уголовных дел. На оккупированных территориях Украины Россия ограничивает миссионерскую деятельность под предлогом борьбы с так называемым экстремизмом. Российская Федерация пытается приостановить деятельность всех проукраинских организаций в оккупированном Крыму, в частности, религиозных общин Православной Церкви Украины, крымско-татарских мусульман. Из 49 религиозных общин, действовавших в Крыму в начале 2014 года, сейчас действуют только 5. Украинский военнослужащий ранен на линии соприкосновения. Накануне незаконные вооруженные формирования 4 раза нарушали режим прекращения огня, использовали запрещенное минскими договоренностями оружие, стреляли вблизи Зайцева, Верхнеторецкого, Шумов и Широкино. Также незаконные вооруженные формирования всячески препятствуют работе миссии ОБСЕ на Донбассе. Накануне утром представители организации не пропустили на временно неподконтрольную территорию в районе Золотого, а спустя час не пропустили наблюдателя уже в станице Луганской и в районе Молодежного. США продолжает вводить санкции против Северного потока-2. Об этом заявил спикер Государственного департамента Нед Прайс. Он подчеркнул, Госдепартамент Соединенных Штатов выступает против этого трубопровода и считает его вредоносным геополитическим проектом России. И подчеркнул, это плохое соглашение по отношению к Украине, это плохое соглашение для Европы. Напомню, накануне Госдеп объявил о расширении списка санкций за участие в проекте «Северный поток-2». Мы продолжим проверку юридических лиц, занимающихся потенциально санкционной деятельностью в соответствии с нашим обязательством. Речь идет о реализации закона о защите энергетической безопасности Европы. Будьте уверены, что мы будем следовать этому закону, продолжая демонстрировать наше противодействие Северному потоку-2 и нашу приверженность энергетической безопасности Украины. Джо Байден объявил о наибольшей в истории США продаже нефти из стратегического резерва страны для того, чтобы остановить рост цен на горючее уже в нынешнем году. Из государственных хранилищ в течение нескольких месяцев выделят 50 миллионов баррелей. Из этого объема треть придется на новую дополнительную продажу, а 2/3 реализуют в рамках уже существующих программ. Операции по ним ускорят в ближайшее время. К середине ноября в стратегическом резерве США было
поступило чуть более 600 миллионов баррелей сырой нефти. Это минимальный объем с 2003 года. Другие страны также выпустят на рынок топлива из своих резервов. Я объявляю о крупнейшем выпуске нефти из стратегических нефтяных резервов США для обеспечения поставок, в которых мы нуждаемся, когда мы оправляемся от этой пандемии. Чтобы внести свой вклад в решение проблемы, свои стратегические запасы задействуют также Индия, Япония, Корея, Великобритания. Китай также может сделать больше. Эти скоординированные действия помогут нам справиться с дефицитом поставок, что в свою очередь поможет снизить цены на нефть. До 40% можно сэкономить на оплате энергоресурсов, если комплексно подойти к мерам энергоэффективности, говорят в Министерстве энергетики Украины. Речь идет об оплате света, воды, отопления. Если, например, заменить окна, модернизировать котлы, систему воды и теплоснабжения, результат незамедлительно отобразится в платежках. За 7 лет работы государственной программы энергоэффективности ее преимущества уже ощутили на себе почти 900 тысяч украинцев. Они получили от государства компенсацию более 3 миллиардов гривен. Также новый закон об энергоэффективности предусматривает и новый формат платежей за коммунальные услуги. Теперь в них будет подробная информация о потреблении энергии, которую можно будет сравнить с прошлогодними показателями. Эффективное энергопотребление теперь имеет законодательную основу благодаря принятому в октябре закону об энергоэффективности. Закон вводит новые прогрессивные методы и подходы для повышения уровня энергоэффективности в каждом доме и в стране целом. Теперь со следующего бюджетного года в проекте государственного бюджета Украины должны быть предусмотрены расходы на программы по энергоэффективности в размере не менее 1% всей расходной части бюджета Украины, а это примерно 14,5 миллиардов гривен. За последние 2 недели эпидемия COVID-19 в Украине спала по всем показателям. Об этом свидетельствуют данные Национальной академии наук Украины. Так, на треть уменьшилось число новых случаев коронавируса, на 53% количество позитивных ПЦР-тестов, снижается уровень госпитализации и смертности. Уже был пройден пик смертности 8-12 ноября 2021 года. Снижение заболеваемости наблюдается во всех регионах Украины, кроме Закарпатской и Кировоградской областей. Получена оценка эффективности полной вакцинации для предотвращения госпитализации, которая составила от 84 до 92% для разных возрастных категорий. Из сообщения Национальной академии наук Украины в Facebook. В Министерстве здравоохранения Украины подчеркивают, иммунизация – самый эффективный метод профилактики COVID-19. По данным ведомства, 94% пациентов, которых за последние 3 месяца госпитализировали с коронавирусной болезнью, не прошли полный курс вакцинации. Медики также призывают носить маски, соблюдать социальную дистанцию. Получить ответы на все вопросы, касающиеся иммунизации и COVID-19, можно, позвонив по номеру, который вы сейчас видите на экране. Украинская команда «Динамо» минимально проиграла немецкой «Баварии» в Лиге чемпионов со счетом 1-2. Матч состоялся накануне на НСК «Олимпийский». На 14-й минуте счет открыл Роберт Левандовский. Второй гол за «Баварию» на 42-й минуте забил Кингсли Коман. Украинская команда «Динамо» отыграла один мяч, на 70-й минуте забил Денис Гармаш. Но даже этот гол не спас киевлян, и наша команда осталась без еврокубковой весны. В последнем туре, который состоится уже 8 декабря, «Динамо» отправится в Лиссабон. Сегодня по интенсивности, по накалу, по тому, как мы прессинговали, давили на соперника, особенно второй тайм. То это, наверное, была лучшая игра, лучший тайм. В первом тайме слишком много уважения было к сопернику, мы слишком много позволяли ему. А во втором тайме мы сыграли хороший футбол. Мы продолжаем следить за происходящим вокруг, чтобы рассказать вам об этом уже в следующем выпуске новостей. Еще больше информации на сайте нашего канала, а также мы есть в YouTube, Facebook, Instagram, Telegram. Заходите, подписывайтесь, комментируйте, позаботьтесь о себе, сделайте антиковидную прививку. Будьте здоровы и продолжайте нас смотреть.